Всем доброго времени суток, друзья, с вами Олег Демиров, и мы сегодня рассмотрим с вами трейлер обновления, будущего обновления летнего ивента Space Vision. Рад вас видеть на своем канале, все будем смотреть в прямом эфире, ну почти в прямом эфире, я буду смотреть в прямом эфире, вы потом это гляньте в записи. Так, чат мы с вами скроем, чтобы он нам не мешал, чуть повыше сделаем, побольше сделаем. Либо можем вообще, фу, HD бахнуть, если вам интересно. Короче, друзья, перед просмотром прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал. И самое важное, если вы хотите участвовать в прокачке инвентаря, обязательно пишите свой айдишник и смотрите от начала и до конца этот видеоролик. Это очень важно. А мы начинаем, друзья, добавляем звук и поехали. Так. Ого. Там я уже видел новый режим, на самом деле. Я извиняюсь, конечно, что отвлек вас, но я не хочу на русском. Но мы доказали, что не ошибались. А что доказали? Он ему кинул что-то в руки, наверное, жвачку. Нет, это какой-то значок. Да, это, скорее всего, будет значком. Определенно. Да, какие-то белые инопланетяны. Здесь у нас с вами мозг странный. Так, ему решили забабахать клизму. О, нет, какая клизма? Это этот... Кровь взять, я понял. Окей, гуд. Ага. Он показал ок какому-то типу, который стоит. Ну, скорее всего, это будет персонажа. Так. Блин, какие-то белые человечки. Зузу чисто. Так. Он очень плотно дышит, и непонятно, что. Протокол Space Vision будет запущен через 3, 2, 1. Какой-то протокол за... Ученый, испытуемый должен идти обстановку. Ой-ой-ой, вы посмотрите, какой красивый скин на персонажа. А, это чисто железный чувак. Нортон вернулся. Да, я так понял, будет какой-то летний ивент, гейм-режим Space Vision. Вот, собственно, вся премьера этого трейлера. Ну, что интересного? Давайте я вам сразу покажу. Ну, все, трейлер закрутился. Короче, сразу смотрим. У нас здесь есть цифры. Короче, чекаем. Смотрите, на начале здесь они сказали, что... Вот, смотрите. Видите режим? Вот он. То есть вот этот режим будет у нас в игре Space Vision. Отлично. Дальше что? Дальше мы идем с... Нам твердили, что контроль над способностями человека невозможен. Да, теперь это все дело возможно. Короче, они сделали из обычных людей каких-то сверхлюдей. Чисто на минуту времени. Здесь что у нас есть? Давайте посмотрим налево. Ну, наверное, карта будет а-ля какой-то вот такой. Ну, типа как Зона 9. Только, ну, в такой стилистике. С дверьми, со всей этой историей. Прикольно смотрится. Блин, прикольный тип. Если будет такой персонаж, будет огонь. Я хотел бы видеть этого мужика как скин. Как бы это ни звучало, тем не менее. Здесь мы не видим никаких скинов. Мистер Эрич Рейс. Какой-то Space Vision. Ну, на самом деле, ничего такого интересного здесь и нет. То есть... Мы видим, он в каких-то латексных штанах нетрадиционной ориентации. Ну, не суть важно, не будем об этом. И ничего не понятно. А, это типа, знаете, раньше посмотрел вот сюда, то типа тебя били, ну, в руку. Все же шарят, да, за эту тему? Ну, это вот, наверное, эта история. Так, дальше что? Дальше ничего. Ну, короче, типа, трейлер. Ну, непонятно. Здесь нет никаких скинов. Никаких новых оружий не видно, кроме как вот этого режима ивента, ничего не понятно. Я надеюсь... Так, ну, все, короче, понятно. О, кстати, перчатки. Вот, перчатки, друзья, скорее всего, будут перчатки. Но нафиг они нам такие, мне кажется, не нужны. Хотя, не знаю, посмотрим. Выглядит эффектно. Это будет какая-то космическая карта, режим с бластерами. Выглядит эффектно, реально. Нортон вернулся, пушка. Ну, это, знаете, как в новогодних обновлениях была история. Короче, лайк, прикольно. Напишите в комментариях, что думаете вы. Может быть, вы что-то заметили, потому что я смотрю первый-второй раз, я ничего не увидел. Но
Фиолетовый цвет — это круто. Вот, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Заходите вечером на стримы, потому что там у нас с вами ожидает раздачка, голда, ивенты и прочее, прочее. Поговорим с вами об обновлении, расскажу, какие наклейки вам закупить. Короче, всем спасибо за просмотр. Ждите следующих роликов. Всем пока-пока.